Господа хорошие, добро пожаловать на вторую часть видоса. Предыдущее видео, комментарий еще не смотрел я, да? Но сегодня мы с вами занимаемся просто катастрофически интересным секретом. Мы сейчас будем находить с вами силу кристаллов, как я вам и обещал, да. Поэтому не забывайте лайк ставить, подписываться на канал. Но, а мы сейчас, прямо сейчас мы и начинаем. А, кстати, не забывайте про мою Roblox-группу, называется Bryce Family. Ссылочка в описании будет, либо в закрепленном комментарии. Заходите, покупайте мерч, покупайте, он крутой, ребята, там скоро выйдет еще несколько интересных шмоточек. Поэтому для вас стараемся, все понравится, покупайте. Там есть как и для девочек, как и для мальчиков, как и фирменные Bryce, вот эти вот штуки, как они называются-то? Футбол. Полки, да, так и все остальное. Короче, залетайте, там прикольные вещи. Я сегодня выгляжу как агентство. Мы сегодня с вами гламурное агентство, потому что очки такие крутые могут быть только у нас. Кстати, похожи мы? А? Мне кажется, похожи. Ладно, давайте. Что нам для этого нужно? Секрет очень длинный, поэтому готовьте чаечек. И сейчас будет очень-очень интересно. Итак, берем, естественно, тачку какую-нибудь. Да? Заходим на вип-сервер, ребят. Если у вас нет, вы проверить, к сожалению, не сможете. Найдите вип-сервер своего друга или какой-нибудь другой, либо пустой найдите, да? Что нам нужно сделать? Мы сейчас должны с вами сесть сюда, выставить скорость любую. 100, это будет нормально. И теперь наша задача, ребята, практически несколько вещей сделать то же самое, что было в предыдущем видео. Давайте я вам сейчас напомню, чтобы вы не переключали, чтобы все было удобненько. Первое, что мы делаем, это садимся. Точнее, не садимся, а запрыгиваем сюда. Да блин, дурачило. Давай сюда залетай. Окей. Вот здесь у нас, ребята, в постере есть кнопка. Мы нажимаем на нее. Постер начинает гореть. Это у нас секрет называется «Агентство обнаружено». Вот, да, теперь мы знаем уже, как, какой секрет называется. Это очень интересно. Мы двигаем дальше. После того, как мы нажали, мы двигаем в нижнюю часть больницы, в ту секретную X-Ray комнату. Заходим сюда. Здесь мы нажимаем на вот этот листочек, слышим этот стрёмный страшный звук. Это означает, что мы теперь можем нажать на кнопку в ферме. Поэтому мы двигаем прямо туда. Садимся и едем. В этой ферме у нас есть кнопка, которая не работает, ребята, если что, сразу. Но, как видите, я для этого секрета не включал ни один из существующих секретов. Да, в плане вот этих вот всех. Вот. Так, кстати, секрет с вороной я знаю, поэтому можете в комментариях не писать. Я не знаю, есть смысл его вам показывать или нет. Я потому что не знаю, что он делает. Ну, точнее... Ничего толкового он не делает, да. Там просто появляется ворона. Короче, потом. Если вам интересно, ребят, я могу заснять видео, что этот секрет делает. Вот, точнее, как его открыть, потому что там на самом деле очень сложно. Все, и двигаем сюда. Здесь у нас кнопочка, мы ее нажимаем. Звук есть. TS Level 1 Authorized. То есть мы с вами активировали TS какой-то. Я не знаю, что такое TS, серьезно. Все, и теперь, ребята, мы двигаемся с вами в заброшенный дом мистера Брукхейвена. Да, потому что там секрет. Да, там секрет. Очень много блогеров, очень много людей приходится смотреть на ютубе, чтобы понять, что, как эти секреты вообще делать. Вот мы с Анькой сидим, разбираемся, там уже третий день, блин, не вылазим. И это довольно-таки интересно. Аня уже столько секретов понаснимала, поэтому вы можете, кстати, на ее канал зайти посмотреть. Пирогова Роблокс, если что называется, да. Вот, давайте сейчас зайдем. Здесь у нас есть кнопка секретная. А вот она, видите ее? Нажимаем и видим надпись: 7 энергетических кристаллов освобождено. Интересно. Номерная секвенция принята. То есть мы теперь должны с вами найти кристаллы в определенной последовательности. И они появляются не сразу. Они появляются так, чтобы вы находили определенный последовательность. Первый кристалл у нас находится в очень интересном месте. Он находится у нас на больнице. Поэтому в этом видео я вам покажу, где все кристаллы находятся. Для этого не нужно включать миллиард секретов. Поэтому надеюсь, вы спасибо скажете, что сэкономил ваше время. Так, давайте поднимаем сюда. Так, и на крышу. На крыше, ребята, находится первый кристалл, который мы должны взять. Всего их 7, как вы уже поняли. Вот он внизу, нажимаем на него. Это, ребята, те самые когти. Да, те самые когти, и заметьте, нам не нужно включать секрет с этими когтями. Они и так уже есть. Все, едем дальше, ребята. Дальше нам нужно попасть в церковь, потому что в церкви находится второй кристалл. И я вам сейчас покажу, где именно его можно найти. Так, ну что, двигаем сюда.
Так. Окей. А вот здесь, ребята, за вот этим цветочком находится кристалл номер 2. Я не знаю, вам видно или нет, видно. Нажимаем. И видите, ребят, написано, что второй сигнал, второй энергетический ключ, кристалл найден. Едем, ребята, в кристалл номер 3. Третий кристалл находится, как ни странно, в заброшенном доме. Поэтому двигаем туда. В заброшенном доме мистера Брукхейвена находится еще один кристалл, который мы должны, ребята, с вами найти. Господи, поправил прическу и убился нахер. Так, давайте двигаем сюда. Кстати, как вам мой агентство Лук? Расскажите. Так, мы здесь. Давайте заходим внутрь. И вот здесь он прямо сразу, его можно взять. Третий кристалл найден. Четвертый кристалл находится рядышком. Он находится возле надписи Brookhaven. Поэтому двигаем туда. Это находится вот здесь. У нас несколько надписей Brookhaven, поэтому не перепутайте. Вот здесь сразу от рядом с этим заброшенным домом. И вот здесь. Так, сейчас. Потерял я его. А, вот. Простите, я просто в очках нихера не вижу. Надо поставить 12 дня, блин. О, все, теперь хоть вижу, блин. Вот здесь, ребята, находится еще один кристалл, вы его видите. Это у нас четвертый кристалл, мы молодцы с вами. Двигаем дальше. Нам теперь нужно найти пятый. Пятый кристалл у нас находится, по-моему, в конюшне. Поэтому двигаем в конюшню. Там у нас будет пятый кристалл, который нам нужно будет с вами забрать. Уже аккуратно. Так, тихо. Убрайся, все нормально с головой, ребята. Не переживайте. Это так, секретная лихорадка, знаете. Так, заезжаем сюда. Вот тут у нас. По-моему, это можно сквозь пройти. Не, нельзя. Ладно, окей. А вот здесь, ребят, лежит у нас пятый кристалл, который мы благополучно забираем. И он у нас благополучно теперь в кармашке. Но, точнее, он у нас не в кармашке, ребята. Он у нас, так скажем, в одном месте. Я вам потом это место покажу, естественно. За шестым кристаллом нам придется ехать недалеко от церкви. Да, поэтому едем, ребята, в эту степь. Все довольно удобно расположено, в плане, что долго ездить не нужно. Вот здесь, ребята, за вот этим вот грязевым холмом, как они называют это, горой. Вот здесь вы найдете еще кристалл. Это у нас шестой кристалл. И осталось нам найти последний. Где нам найти последний, ребята? Как вы думаете? А? Как вы думаете? Где мы чаще всего бываем в Brookhaven? На ферме, да. Потому что там, ну, сейчас чаще всего бываем. Потому что там, ребята, у нас очень много секретов в данный момент. И как вы видите, я уже приехал, очень эпично. Надеюсь, вам понравилось. На первом этаже вот здесь у нас находится последний кристалл. И что будет, когда мы по нему нажмем? Написано, что энергетические кристаллы ожидают силы. Да, ну, точнее, мощности. И нас телепортируют на вот эту вот арку. Зачем это сделано, хрен узнает. Но теперь, где нам найти эти кристаллы? Где они нас ждут? Где они ожидают эту мощность? Все очень, ребята, сложно, очень сложно, вы никогда не догадаетесь. Короче, где моя машина? Берем машину. Эти, так скажем, кристаллы находятся в школе. Но чтобы попасть в это место, где находится кристалл, нам нужно активировать это место. Точнее, активировать проход. Вы, в принципе, можете попасть туда и через спальный мешок. Но не советую вам этого делать, потому что у вас может не работать секрет. Вы заходите опять сюда. Заходите сюда и нажимаете на этот нож. Я не помню, нажимали мы его или нет, но лишним не будет. Это обязательно, потому что именно этот нож и открывает как раз таки это секретное место. Где находится это секретное место в школе? Сейчас я вам покажу, ребята. Все очень просто. Мы с вами заезжаем. Такс. Такс. Заходим в аудиторию. За этой сценой будет кое-что. Лестница. Поднимаемся на эту лестницу, господа. Так. И вот здесь будет секретное место. Смотрите, где. Алло, открывайся. Секретное место. Открывайся. Я же дурак, я забыл что-то сделать. Простите, ребята, не открывается, потому что я забыл одно действие. Нам нужно поехать с вами в таунхолл. А могу? Я могу на крыше машину заспамить. Офигенно. Очень удобно, спасибо. Едем, ребята, в таунхолл. Окей. Можно это было сделать быстрее. А давайте реально сделаем быстрее. Вот так вот сделаем. Опа. Гироскутер возьмем мой.
Так, тихо, 45. Все, и быстренько. Короче, чтобы открыть это место, я забыл. Мы нажали с вами на нож. По-моему, на него не надо было нажимать. А вот, нам нужно нажать на вот этот вот переключатель High Voltage. Я так понял, как это связано, что типа кристаллы ждут энергии, да, и мы типа высокое напряжение подаем. И, скорее всего, типа, с этим и связано. Ну, я пытаюсь хотя бы хоть какую-то логику между этими секретами провести, потому что мне кажется, что некоторые секреты в Брукхейн просто существуют вне зависимости какой-то логики. Вот, поэтому непонятно. Все, мы это с вами сделали, активировали эту штуку. И теперь у нас сейчас откроется. Кстати, обратите внимание, что у меня рука горит. А то я не сказал, потому что я уже третий раз это снимаю. Вот, видите, ребята, вот здесь находится у нас секретное место. Прямо здесь. Но не забудьте этот рычаг включить. И смотрите, тут у нас находится вот такой вот панель, кодовая панель. И нам здесь нужно ввести с вами код. Это просто капец. И вот, кстати, наши кристаллы, которые мы собирали. Вот тут 6 и вот тут 7. Интересно, как нам найти этот код? Где нам его найти, как минимум? Тут есть подсказка. Если мы пройдем сюда, давайте возьмем фонарик. Не здесь. Фонарик, фонарик, вот он. Берем фонарик. Далее. Смотрим, тут у нас записочка. Тут написано, что мы учим в школе, мы растем, и цифры учат нас, да, куда идти, куда двигаться. И написано, что это мистер Би, то есть, скорее всего, это мистер Брукхейвен. Интересно. Ну и сразу становится понятно, что эти цифры мы сможем найти в школе. Но где именно? Они находятся рандомно, то есть вы каждый раз заходите, каждый раз в новом месте оно может быть. И это место, ребята... Только где растения. То есть если вы видите какие-то растения в школе, именно возле растений эти цифры появляются. Давайте будем смотреть. Так, вот первое. Видите, растений ничего нет. Давайте будем искать. Я специально, ребята, нахожу все. О, а вот и циферки. Так, только их тут очень плохо видно. Давайте подойдем через стекло, посмотрим. Так, вот, ребята, цифры. Вы их видите. Получается 88926. 88926. Давайте теперь введем эти цифры. Так, мы уже здесь. 8. Так, 8. 9. Цифры тоже разные. 2. Ой, блин. Цифры тоже, ребята, разные, поэтому вы можете не переписывать, они рандомные. И 6. Все, и что же будет, когда мы нажмем? Смотрите, мы нажимаем. И появляется... Какая-то лютая просто фигня. Похоже, что это какой-то источник силы. Здесь написано, что у нас одобрены координаты. Непонятно, что за координаты, где их найти, как их найти. Но, ребята, Брукхейвен преобразился. Секреты тут такие, что просто капец. Мне кажется, что это может быть связано с этим, с порталом. Да, поэтому давайте попробуем сейчас активировать портал и посмотреть. Может быть, из-за того, что мы ввели вот эти координаты, портал теперь сможет нас куда-то привести, что ли? Я не знаю, давайте попробуем. Чтобы активировать этот портал, я в предыдущем видео уже рассказывал. Поэтому все, что нам нужно сделать, давайте сразу возьмем супербыстрый гироскутер этот. Заберем книжечку отсюда. Так, есть контакт. Далее, быстренько двигаем в мотель. Если вы, ребята, вам тяжело слишком быстро, можете предыдущее видео посмотреть. Я уже это все делал. Мы сейчас делаем это супер быстро, чтобы как можно быстрее открыть и проверить этот секрет. Так, нажимаем сюда. Потом у нас вот здесь, ребята, есть секреточка. Так, сейчас попасть бы, блин, в нее. Все, видите, один звук вот этот стрёмный постоянно. Все, далее мы едем в бункер. Пока мы едем, берем сразу этот... Молоток. Забыл, как он называется. Молоток, ребят, забираем. Двигаем. Дальше. Так. Вот сюда заезжаем. Оп. Вот они мы. Берем молоточек. Начинаем ломать. Так. Это капец, ребята. Очень интересный секрет. Но пока что я нигде не нашел, как активировать этот портал. Возможно, то, что мы так координаты ведем, возможно, это поможет, но я сомневаюсь. Я, ребята, сомневаюсь. Так, появляется, значит, такая вот фигня. Потом исчезает. Так, отлично. Что у нас здесь? Давайте мы посмотрим, что у нас здесь. Так.
Куча всего поактивировано, ничего не понятно. А, кстати, надо было посмотреть, как этот секрет называется вообще. Вы посмотрите, ребята, как вот этот секрет со школой называется, чтобы мы поняли вообще, что к чему. Так, и едем, ребята, в Eagle View, потому что именно там ждет нас портал. Да, едем туда. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, родной, быстрее. Так, берем сразу фонарик. И вот он у нас портал. Давайте попробуем нажать на него. Нет, ничего не работает. Получается, что вот эти координаты, которые мы вводим, вообще предназначены для другой какой-то фигни. Короче, пишите в комментариях, ребята, новый секрет, который вы нашли в Брукхейвен, а мы будем это все проверять.